Это та жизнь, о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Почему жизни одних людей ценятся больше, чем жизни других? И кто это решает? Быть героем – это значит выстоять. Но выстоять – это ведь не значит терпеть напрасно. Лучший способ удержать заключенного от побега – сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, и реальность, о которой мы говорим шепотом. Я не верю в революцию. Истинная жизнь происходит там, где совершаются незаметные изменения в душах людей. Незаметные для моей страны, но не для меня. Я буду жить истинной жизнью. Это моя Россия. Это всегда будет моя Россия. Я выстою. Моя семья выстоит. Мы будем жить достойно благодаря моим действиям.